Народ, всем привет! Это видео будет про небольшие дачные ништяки. А конкретно вот такие фонарики. Фонарик из фикс-прайса за 3 рубля. Стоит, но вообще ничего не стоит. Это чуть больше доллара. Они даже на Алиэкспрессе стоят дороже. Зато смотрите, если обыграть ими какой-нибудь постамент, в нашем случае бассейн, либо любую дорожку, какая может получиться красота? Такие вот небольшие фонарики втыкаются в землю. У него еще длинное острие. Оно у нас там воткнуто в траву. Вот крестовина, куда втыкается основная трубка. Сами фонарики заряжаются от солнечной батареи. У них внутри своя собственная батареечка. Днем они выключены. И вот солнечный элемент, от которого они заряжаются. А внутри стоит просто небольшой светодиод. Вот если его... Причем у них есть такая интересная штука, контрольная проверка. Его переворачиваешь, он включается. Крышечка от плафона съемная. То есть плафон и все остальное — это просто такая пластиковая бутафория. А сам исполнительный механизм вот. Фонарик, солнечный элемент, внутри будет батарейка и светодиод. При желании их можно принудительно выключить. Тут есть выключатель. Включить, выключить. Вот такая вот классная дешевая игрушка. Сами фонарики так интересно устроены. Когда становится очень мало солнечного света, когда начинает темнеть, они включаются, загораются. Ну, либо там стоит солнечный элемент, ой, простите, либо там стоит световой элемент, либо просто когда солнечная панелька начинает выдавать совсем мало электричества, срабатывает какая-нибудь рележка, и светодиод начинает гореть. Таким вот образом их даже включать не надо. Они включаются сами, в полумраке. А днем, пока светит яркое солнце, они заряжаются и не светятся. Вот так вот это выглядит в сумерках. Видите, уже все начинают светиться. А вот так эта красота выглядит в полной темноте. Ну, если посмотреть на какой-нибудь из фонариков поближе, он аккуратненько светит и освещает вокруг себя, ну, примерно на полметра вокруг. Тусклым, легеньким, маленьким светом. Для какой-то тропинки, ночной дорожки этого вполне достаточно. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, берите себе хорошие вещи. Всем пока!